создание информационной системы, в которой будет осуществляться мониторинг, я считаю, что это насущная необходимость. Если то предложение, которое сегодня тоже было озвучено, о создании его на базе подведомственных учреждений Росприроднадзора будет поддержано, это будет вполне эффективное и решение, и быстро мы сможем его реализовать. Сейчас мы будем работать с внебюджетными источниками, тоже с компаниями, которые работают у нас на территории или планируют запускать проекты, для того, чтобы быстрее мы могли такую систему запустить. Сегодняшняя ситуация показала насущную необходимость в системном мониторинге экологии. Сейчас мы опираемся на разовое свидетельство блогеров, неравнодушных людей. Я хочу поблагодарить всех за это. Мы продолжаем сбор. И на нашем уровне, на уровне Минприроды организован специальный информационный ресурс. Но, конечно, нужно опираться на систематичный мониторинг. Будем на Камчатке стремиться как можно скорее такой ресурс создать.